Дорогі друзі, хочу ще раз вам напомнити, хто не знає. Мене звуть Артур Сороченко. Я 9 років своєї житті провів в містах лишення свободи, чого нікому не желаю. В своїх відео, в своїх роликах я ні в коєму випадку не пропагандирую АУЄ або ще якісь субкультури. А наоборот, хочу показати людям і молодежі, дабы они не нарушали закон, не попадали в тюрьму и учились на ошибках с видео, нежели причиняли боль и страдания близким своим, а также другим окружающим. Короче, в раздевалке у нашей команды вот форма ждет пацанов. Я бы на их месте уже бы отказался, было бы техническое поражение 3-0, так будет больше 3. Молодцы. Я же говорил, кого нельзя менять, ты должен постоянно в основе играть. Есть люди, которых заменивать нельзя, они должны играть постоянно в основе. Постоянно. Очень грустно. Дорогие друзья, всем привет, пацаны и девчоночки. Хотел такую сказать новость небольшую. Проходит турнир по футболу, по футзалу. У нас есть президент клуба футбольной команды «Алмаз», которая наша бердическая, и тренер. Тренер – это мой друг детства. Мы давно дружим, давно знакомы. Ну, сейчас тяжелые времена с футболом и вообще непростые времена для людей. И я решил помочь профинансировать команду на этот именно турнир. Я всегда играл в футбол, тоже играл в футзал, я знаю, что это такое. И хотел бы, чтобы эта команда победила в турнире, кубок. Просто участие мне не интересно, и потому взялся профинансировать именно на этот турнир команду. Так что посмотрим, как играют, посмотрим футбол. И это, я думаю, будет интересно. Вот такая вот ситуация. Так что, ребятки, пожелаем нашей футбольной команде «Алмаз» победы в турнире. Сегодня первая игра, это групповой турнир начинается. В групповом турнире две игры и потом уже полуфинал, если мы выходим. Полуфинал и финал. Посмотрим. Так что болеем за «Алмаз». Пацаны, короче, в раздевалке у нашей команды вот форма ждет пацанов. Сейчас будут матчи, первый матч групповой турнир. Так что пожелаем им удачи. Короче, пацаны, на этом футбольном поле сейчас будут играть групповой турнир. Получается, групповой турнир 4 команды, это 3 матча. После 3 матчей уже идет полуфинал и финал. Так что я думаю, что в полуфинал по-любому выйдем, а там уже будет там тяжело, потому что там сильные команды. Игра только ради кубка. В прошлом году до полуфинала дошла команда «Алмаз». Ну и то играли, проиграли чемпионам, которые выиграли кубок, и то игра очень равная была. Сейчас увидите, как наша команда будет наказывать их. Я бы на их месте уже бы отказался, было бы техническое поражение 3-0, так будет больше 3. Техническое поражение 3-0, это им было бы выгодно, потому что будет больше 3, я думаю, чтобы счастье летит. Вот.
Правый иди, правый иди! Хорош рассказывать там. Которых заменивать нельзя. Они должны играть постоянно в основе. Постоянно. Пацаны, первая игра 2-2. Ну, что могу сказать? 2-2, это, конечно, нас не устраивает. Еще есть 2 игры. В группе 3 игры. Первое место выходит в полуфинал. Ну, то есть, первое, второе. Ну, понятно, что мы выйдем, но вообще такие команды надо обыгрывать. Я не против ничего, их ни команды не имею, но их нужно обыгрывать. Почему? Потому что там есть ребятки, которые посильнее для того, чтобы выиграть. Хотя футзал 2 тайма по 20 минут. Первые 20 минут полностью переиграли наши, их в одну калитку. Штанга была перекладина. По игре полностью переиграли в одну калитку. А во втором тайме у них ниоткуда не возьмись. Один штрафной, со штрафного они там закапушились, забили. И второй момент такой ниоткуда не возьмись. И тут 2-2. Ну вот, ну, то есть это... Это очень, ну, очень грустно, конечно, что так. О, пацаны и девчоночки,
Что у меня тут есть? На что это похоже? Не, это не первое место, это второе место. Выигрывали в финале 2-0. За 9 минут до конца пропустили 3 мяча. Очень грустно. Очень грустно. А я уже, когда было 2-0, 9 минут оставалось, уже думал, что это кубок второго места. Первое место там чуть поплотнее кубок. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll